тем, что сделал какое-то собрание или советы. Он мягко, но он до тех пор освещал сознание людей, чтобы принять Божью точку зрения. Вы же знаете, мы можем под эмоциями проголосовать или еще что-то. Нет. Он вел церковь так и до тех пор вел голосование, пока мы не просвещались правильно по Слову Божьему той или другой дело другого, когда решали эти дела. Слава Господу! У каждого пастора учились. Слава нашему Господу за наших пастырей. И пусть Бог ваш благословит всех. И мы за вас молимся и не встанем молиться. За всех евангелистов, миссионеров, наших пастырей. Да благословит вас и ваши семьи, Господь. Аминь.